Надо, чтобы видно было. Давай. Вы сюда идите. Давай, сними сюда. Идите, я сейчас вас сниму. Задаю по очереди первый вопрос. Фамилия, имя, отчество, вспомнить год рождения. Отвечает четко поставленный вопрос. Фамилия, имя, отчество. Каким, Валерий Геннадьевич? Число, месяц, год рождения. 65-й. Число, месяц, год рождения. 28 августа. Вы встаньте, чтобы вас видно было. А где сейчас находитесь? Цель вашего нахождения здесь? Отдыхаю. Охотником являетесь? Да. Вы встаньте, я вас не вижу. Да, да, да. Охоту осуществляли в данном месте? Да. Оружие где ваше? Будьте любезны, откройте, покажите ему. Оружие ваше? Мое. Документы где на него? Нет оружия. Номер мне покажите, оружие. До конца не доставайте. Где номер? Вы охотились? Угу. Сколько выстрелов вы осуществили? Кого добыли? Люди. Мы... Акимов Валерий Геннадьевич. Валерий Геннадьевич. Скажи мне, пожалуйста, друг, еще раз, как Владимир Медянкин? Нет. Как еще раз? Нет, ну сейчас придет. Ну, сейчас он сам. Хорошо, скажи мне, вот кровь мы сейчас обнаружили, откуда вы выезжали. На засидке на месте кровь. В машине у вас кровь сейчас в данный момент, вот на сиденье, сейчас, которым зайдем, да. Стреляли вы кабана? Нет, говорю. Кто стрелял тогда? Ну мы не стреляли. Говорю. Вы не стреляли. А зачем ты предлагаешь нам договариваться за взятку? Да. Для чего? Вот сейчас уже записывается. Ты зачем взятку пишешь мне? Ну ты мне предлагаешь дело взятку. Том, я тебе не взятку, говорю. Пока нету сотрудников, я тебе говорю, вот вы стоим. У вас 14 с мотором хоть на кость. Вы не улазите, вас, вы что убегаете? Если вы не виноваты. И убегаешь как сайгак от нас. Мы по-человечески, мы что? Демоны что ли какие? Мы с вами, ладно, мы в лесу с вами встретились. Я могу досмотреть, как охотничий инспектор. Да не записывай. Хорошо.